Сегодня по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, а это значит, что погодные условия, установившиеся в республике, чреваты самыми непредсказуемыми последствиями. Прежде всего, под угрозой человеческая жизнь, немаловажные и материальные потери. Сопровождающий дождливую погоду сильный ветер – повод не только пересмотреть личный гардероб, дабы не замерзнуть, но и позаботиться о собственной безопасности. О том, какие неприятные сюрпризы сулит такая погода, красноречивее всего говорят факты. В результате сильного ветра в один из летних дней текущего года было повреждено 4 легковых автомобиля. Один частный пассажирский автобус повален на 40 деревьев. Звонок в центр оперативного управления МЧС поступил и на этой неделе. Один из жителей Бреста ощутил на себе, как опасны бывают капризы природы. 4 октября по улице Гвардейской в городе Бресте поврежден легковой автомобиль в результате обрушения ветки дерева. Поэтому мы рекомендуем жителям города быть внимательнее и оставлять свои автомобили вдали от деревьев, а также незакрепленных конструкций. Работники Министерства по чрезвычайным ситуациям рекомендуют жителям города быть особенно внимательными в эти дни, воздержаться от поездок на личном транспорте, а также выходов в город, автомобили оставлять в гаражах. Первые последствия сильного ветра – повод обезопасить себя, чтобы не попасть в ловушку изменчивой природы. Быть начеку – главный совет от сотрудников МЧС. Девиз тех, кто думает о себе и своих близких. Тем более, что прогнозы синоптиков на текущую неделю не самые радужные. Сейчас мы находимся между двумя барическими образованиями. Это холодный антициклон над Балтийским морем, и над Украиной у нас располагается циклон. И связаны с этим циклоном атмосферные фронты. Они располагаются по территории нашей республики. Они малоподвижны и дают осадки. И в ближайшие несколько дней характер погоды не изменится. Мы наблюдаем заток холодного воздуха, дожди, местами дожди сильные, порывистый ветер до 15-18 метров в секунду, а то и до 20. Расстраиваться из-за погоды не стоит. Ближе к выходным синоптики прогнозируют положительные изменения. Местами осадки кратковременного характера, а также повышение температуры воздуха. Что же касается октября в целом, месяц обещает быть таким, как в предыдущие годы. Октябрьские холода – это еще не холода. Дневные температуры 6-11 градусов тепла. Иногда воздух может прогреваться до 27 градусов. Количество осадков 45-55 миллиметров – это климатическая норма. И в третьей декаде, но иногда и во второй, выпадает снег первый, но он, как правило, не задерживается, а тает. Как известно, у природы нет плохой погоды. Стоит находить прекрасное в каждом из сезонов года. Рецептов от осенних хандры множество, в их числе здоровый сон, питание и, конечно, положительный настрой.